Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Флей, и ну-ка, детки, встаньте в круг, было написано внизу, не знаю к чему, потому что как бы написано здесь на экране совершенно другое, возможно, это просто какие-то рандомные поговорки, пословицы, фразы или что-то типа того, но да похер. Мы продолжаем We Happy Few, потому что у нас задание есть, нам здесь Так, да, у нас есть задание, благодаря которому мы сможем найти профессора Фарадея, починить мост и съебать отсюда ко всем хуям куда-то в район Германии, чтобы найти брата, не помню, как его зовут, но главный герой зовут Артур. Кроме того, мы находимся в бункере, который почему-то весь током ебошится, это очень плохо, это очень-очень-очень плохо, это прям печально, я бы сказал. Поэтому я, во-первых, встану, что я тут делаю? Почему я, блядь, не в бункере, это в раз... как далеко мне идти? Этот... Есть карта здесь просто? Да, М. Где... Ага. То есть мне повернуть и окей. Ну, я так понимаю, короче говоря, комендант... А что? В смысле? Это что? Это плохо? Это яд? Так, меня это убьет, что ли? Бля, в натуре, прикинь. Нихера себе, откуда? Днем такой хуйни-то не было, что за дела? Короче, комендантский час после 9 вечера. Здесь, типа, все будут недовольны. Кто-то меня увидит на улицах, но мне, типа, как бы насрать, потому что здесь никого нет. Я иду в какой-то... Читах! Ты ж посмотри! Там кто-то есть. Окей, там кто-то идет. А кто вот это? Подожди, это мент или прохожий? Потому что, как бы, это если это мент, то мне плохо все сейчас будет. А как мне вообще отсюда вальнуть? Вот сюда вот. Смотри-ка, залезу-ка вот сюда вот. Просто, а можно отгибаться так вот так? Бля, он идет сюда, серьезно? А зачем он сюда идет? А он на карте отображается? Нет, на карте только почему-то иконки ползают. Подожди, не нравится, что он ко мне идет? Ага, все отлично. Насвистывает. Патрульный нас... Может быть, его задушить? И забрать у него что-нибудь? Окей. Так, короче, сейчас раз и навсегда с вами договоримся. Сразу. Уже начал замечать комментарии по поводу «Не делай то, не делай это, нахуя ты это делаешь? Делай по-другому, иначе не будет хорошей концовки! Концовка будет плохая! Концовка, концовка, концовка!» Забудьте про слово «концовка» вообще нахуй просто. Забудьте, пожалуйста, про слово «концовка». Ну сколько раз? Ну это же было уже все давно понятно, что как бы я же играю так, как я играю. Какая разница, какая будет концовка? Главное, что смысл-то в игре, игры-то не в концовке. В конце от концов. Хотите получить хорошую концовку? Это же как бы, ну... Хорошая концовка — это не пособие для того, как ее получить. Хорошая концовка, если уж получилось, то хорошо. А по пунктам выполнять, что нужно делать для хорошей концовки, ну это же глупо. Так, а приглашение в клуб реформаторов, окей. Как его прочитать? Н. О, смотри... Бля, почему он автоматом не перекидывает сюда? Что за хрень, ёпта мать? Так, местоположение... А, подожди, к сведению вот... Что? Разыскивает отказчик, мужчина высокого роста, весом около 70 кг, карие глаза, шатэ, носит очки. Может использовать запрещенные вещества, чтобы имитировать действие радостина. Несмотря на неагрессивную внешность, относиться к нему следует как к агрессивному и очень опасному. Подозревая его, необходимо задержать, но если для этого потребуются особые силовые меры, никто не особенно не расстроится, если он отправится к родоходам. Нихуя. Окей, здорово, мадам. Сегодня славный день. Надеюсь, пекарь скоро вернется из отпуска. Пекарь? Кто такой пекарь? Пекарь, кто на компе играет? Пустите меня, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, подержите приглашение перед камерой. Я внезапно его нашел на этой, как ее. О, да, чудесно. Проходите. То есть внезапно нас все больше с каждым днем. Я уж не знаю, каким образом мне так повезло, но я сейчас... А что если... Ну, почему-то я его здесь нашел. Здравствуйте, констебль. А ничего, что как бы здесь... А вот красный... Вы... А вы кто вообще? Ну-ка, спокойно. Так, и чё? Подожди, мне вот этот вот значочек нахер убрать, он мне мешается. Так, записка. Н. Бляха, ну почему? Джульетта нашла твои клеверные зажимы, они были на диване. Говорила же, никто их не крал. Мадам В. Здравствуй. И что мне делать? Здравствуй. Я думаю, скоро распогодится. Здесь тебе не место. Проваливай. Полагаю, мне нужно вернуться полностью в латексе. Чего? Какого пизду латексе? В смысле, в каком латексе-то? Это прикол? Каком нахуй латексе? Я полез в окошко, да?
Ну-ка, смотри-ка. Воу-воу-воу, спокойно, спокойно, спокойно. Все-все-все, все хорошо, все хорошо. Все хорошо, я не веду себя подозрительно, отстань. Все нормально. Бля, не успел, серьезно. Смотри-ка, ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну смотри, я веду себя подозрительно. Смотри, иди сюда, мать. Иди сюда. Ну-ка. Ты насрать, что ли, на меня? Мать, смотри, я прыгаю, смотри, мать. Ага, пойдем, пойдем, пойдем. Не-не-не, ничего не слышал, все нормально. Все, пошли, 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 пошли. Сейчас ей пизда придет. О! Бля, да не успел! Твою мать! Так, ладно, давай сначала с тобой. Это что такое? Давай сначала тебя. Говорят, что ночью на улицах можно увидеть странные тени. Никогда не смотрю в их сторону. Так, смотри-ка. Вставай, блядь! Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, все, уходите, уходите. Окей, допустим. Так, значит, во-первых, тебя нужно нести. Нести, а куда? Куда-нибудь вот сюда вот тебя скину. Лежи. Надеюсь, ее здесь не увидят. Хорошо. Я просто хочу пробраться в окно, я так понимаю, правильно? Потому что мне нужно. А подожди, а это окно-то что оно? А, ну все правильно. Так, иди сюда. Иди сюда. Смотри, смотри, смотри. Давай, давай, давай. Да в смысле, идите нахуй! Ну как так-то? Я, блядь, один раз прыгнул, вы что, охуели, что ли? Ети же, пассати же, блядь! Ну хереть, ну там же не, вот сто, блядь, не хватало больше половины до красного-то. Чё за бред? Мне интересно, я могу констебля вырубать? Просто вот реально очень интересно. Так, ладно, баба вроде это. Баба вроде отошла. Сейчас нужно сделать то же самое с констеблем. Нужно, чтобы он подошел ко мне поближе, я его высеку. А, все нормально стало, окей. Так, я кого-то разозлил. Почему? Потому что комендантский час, все правильно. Как так быстро-то? А почему я всех разозлил-то опять? Ёбаный свет, вставай! Бля, серьезно, это очень сложно было на самом деле. Иди сюда, иди сюда! А как это провернуть? Я реально не понимаю, как это провернуть. Я, по идее, может быть... Спокойно. Пожалуйста, подойди ко мне, тварь! Подойди ближе! Вот так вот нахуй. Тварь такая. Так, сюда подошла, быстро. Нахуй, иди отсюда. Все, хорошо, теперь можно спокойно открывать окошко. Так громко? Ну окей, делов-то. Ха-ха! Не таких еще останавливали, ёптую мать. F6. Отлично, F6 это, я напоминаю, почему-то вдруг не с того здесь его сохранить. F6, запомни кнопку, она здесь ни к чему. Так, задерживай, взломать замок. Я пробрался, это главное. Смог найти способ. Ёб твою мать. Тихо, а ты кто? А и ничего, что как бы... А почему они все злятся-то? Ты типа думаешь, сидишь такой с газетой на диване, я тебя не вижу, что ли? Дурак, блядь. Это только они меня не видят, я-то их всех прекрасно вижу, абсолютно всех. Допустим, я внутри, а почему... Бедняга. А ему было так весело. А почему он помер? Хлеб. Приятно, когда есть способ избавиться от человека, не убивая его. Чё, серьезно? Так, смотри-ка. Как же неудобно инвентарь сделал, просто не могу. Урон большой, хорош, возьму его в руки тогда пока. Так, а чё у меня с зонтиком? Это скрывать тенем, это обычный. А сколько он весит-то? 2. Ладно, пусть пока будет. Допустим, F6. Бинты, еще F6 на всякий пожарный. Короче, мне написали, что книжки читаются автоматом. То есть я их подбираю, и они как бы уже прочитаны становятся. Это хорошо на самом деле.
Хорошо, латексная кошечка. О, давай, окей. Так, латексная кошечка, это про нас. В этом костюме я жутко похож на извращенца. Ну, хоть другие извращенцы примут за своего. А можно посмотреть, как бы, как ты выглядишь-то? С другой стороны, это защита от электричества, молнии и всего прочего. Да ладно! А, ну латекс, да, в принципе, он же резина практически. Прикол-то в том, что... Этот, как... Блять. Прикол-то в том, что... Получается, я бы их дубинкой бил, и это было бы вообще бесполезно. Так, нейтрализовать, допустим. Больно не будет, действительно, ни в коем случае. Так, рамочка. Точнее, как ее? Масочка. Эй, Перси, говорят, тебя выпороли в школе? Yes. Да. Было больно? No. Нет. Are you sure? Ты уверен, что у тебя все нормально? Yes. Да. Ты понимаешь, почему? Why? Что почему? What? Почему тебя выпороли? Yes. Да? Ты правда пнул мусорную корзину так, что она попала в лицо Лесли Кроудена? Нет, это неправда. Ты пнул мусорную корзину? Yes. Да. Она попала в лицо Лесли Кроудену? Я его не видел. Я его не видел, он вышел из-за угла. Он вышел... Да он вышел из-за угла! Ну ладно. Значит, ты совсем не виноват. Хорошо. Это был сарказм? Как вот долго. Да, это был сарказм. Ненавижу сарказм! Знаю. Это какой-то Шелдон, блядь. Который сначала не понимает, потом не любит. Точнее, потом сам пользуется. Так, F6, во-первых. Во-вторых, удерживать сейф отпереть. Посмотрим, что там. Свервиренная рвотная бомба. Неплохо. Так, ну я внутри, но мне не сюда надо было-то, правильно? Пойдем дальше. А куда дальше я пойду? Надеюсь, пройти на вечеринку. А, теперь все нормально. Теперь я просто выхожу тем же путем и, соответственно, захожу с констеблем. Через констебля, потому что констеблю будет понятно. А я могу выйти прямо здесь? Что проблема-то? Как бы здесь работаю просто, и все, отъебись от меня, констебль. Отъебись от меня, смотри-ка. F6 на всякий пожарный. А, здравствуйте, констебль. Ага, вот это другое дело. А я уже подумал, что ты не один из нас. А это у тебя тоже латекс такой красный, да? Блин, а можно было, скорее всего, нажать кнопку и просто пробежать. Спасибо, констебль. Спасибо, констебль. А, кстати, я что-то забыл-то, подожди-ка, я же этот, как он? Ха-ха, вот так вот. Вернулся я, здрасте. Я что-то прям вылетел с головы. Так, открыть, во-первых. А можно было пролезть? Ёб ты мать. Так, а можно я... Йо-йо-йо. Бля, вот это плохо. О, вот оно чё. А-а-а. Блин, а можно я загружусь-то просто как бы так бы... А нет загрузки, серьезно? Блин, ну теперь они будут за мной охотиться полтора часа. Ну я пока пожру, ладно, раз тут нет загрузки, я пока пожру. Так, что пожрать-то нам с тобой? А, есть хлеб свежий, да? Окей. Свежий нормальный хлеб. Так, плесневелый хлеб повышает. Так, это мне не нужно, потому что он полностью тухлый, весь выкину. Гниющее мясо, из него рука уже выросла. Ненадолго увеличит выносливость. Так, тогда выкину, у него нет ингредиентов никаких. Гнилое яблоко. А, используя создание наркотика. Хорошо, оставлю. Ну хорош, пацаны, завязывайте, я же спрятался. Блять, может спрятаться нужно реально? Давай я спрячусь, ладно. Мне кажется, они не отстанут, пока я не спрячусь. Типа во время прятания, тогда они типа спадают, преследование свое выключает, все нормально. Ну хорошо. Блин, а почему у меня наркота постоянно... Точнее, наркота почему не скидывается? Так, звуки возбуждения продолжаются, ладно. Украсть документы Бобби Хикинботама. Как, блядь, сложно это уговаривать. Хикинботам. Так, ладно, я пошел наверх. Прям вот тут вот. Опа! Здрасте, а ты кто? Ладно, пойдем, пойдем по новой. Просто сейчас меня... сейчас вырубит, то я просто загружусь. Дай пройду, пожалуйста. Не думаю, что ваши вкусы достаточно специфичны, чтобы заходить сюда. Пожалуйста, можешь мне зайти? Понимаете, о чем я? Возможно, лучше поиграть где-нибудь в снукер. Я творил ужасные вещи. Накажи меня. Накажи меня, заебал. Убирайся, дрянной ханжа. Полагаю, мне нужно вернуться полностью в латексе. В смысле? Ты что, дурак? Я полностью в латексе, алло. Допустим, вот так. Потом вот так. У меня два латекс костюма.
Нет, смотри, не работает. Блин, я могу его, в принципе, вывести. Смотри, иди... Ой, блядь, иди сюда. Ну иди сюда, придурок. Блядь, ладно, хорошо. Хорошо, ладно, хуй с тобой. Смотри. Смотри, дурачок. Ну смотри. Ну ты ёбнутый, что ли? Сука, я его сейчас вырублю, нахуй. Я его сейчас вырублю, я тебе серьезно говорю. Смотри, я его вырубаю. Все, я пошел его вырубать. Спокойно. Толкни его, блядь! Тихо. Хорош. Ладно, окей. Дубинка патрульного. Все окей. Короче, у них тут возбуждение по полной, я пошел. Я могу здесь, в принципе, всех повыхлёстывать просто, и делов-то. Я могу тебя как... Почему я не могу сзади залезть и убить ее? Она вообще какая-то старая, по-моему, извращенка, блядь. Так, что кнопка нажать. Вот ее чем-то отвлечет? Я ебал. Вот это, блядь, повороты. Вот это нахуй повороты, ты понял? Вот это повороты. Так, заберу еще именно сюда. О, Бобби Хиганг там. Все, отлично. Удостоверение сотрудника. Красота. Говорит с патрулем на мосту Мегиддо. Блядские извращенцы. Смотри, что они делают. Ты смотри, что... А может я к вам зайду и выебу? Ну, я имею в виду дубинкой какой-нибудь. Я не в том смысле. Так, Радостин, Радостин, я не буду. Что ты сел-то, отстань? Да встань ты уже в конце от концов. Вот ложить. Вот ложить. Еще одна дубинка электрическая. Встань! Дай сюда. Красиво. О, это туса. Ебати! Пати на кровати. Нормально тусим, да? Ладно, я не буду с ними ничего делать. А где эти ублюдки? Откройте! Кто там? О, я с радостью бы болтал, но сейчас я в таком замешательстве. Не могу найти свою... свою волшебную палочку. В смысле, я знаю, где она. В шкафчике, конечно. Но ключа найти не могу. А сегодня придет Джон Клиллин с друзьями. Они обожают мою волшебную палочку. Эй, бля. Как ты думаешь, сможешь найти мой ключ? Видишь ли, мне нужно прибраться. Принесешь его сюда? Ничего не трогай. Все должно быть в таком виде к приходу гостей. Бля. Здравствуйте. Нейтрализуй бабульку-то! А, ладно, хуй с ним. Я не хочу уподобаться этим извращенцам, погать им друг друга извращать. Это не ко мне, нахуй. Отстаньте, я не буду этим заниматься. Так, у нее тут где-то я тут увидел. Пожалуйста. Блядь, как выключить субтитры со сраным возбуждением? Что за дела? Так, звук. Фоновые диалоги, хуёги, интерфейс, субтитры. Где? Где суб? Настройка языка, возможно. Субтитры, средний контур. Субтитры звуков, вот. Бегущая строка. Все хорошо, наверное, вот так вот. Не будет больше извращения здесь? Да, звуки возбуждения, окей. Так, что он там говорит-то? Нужен ключ от шкафчика, мадам, а что там? Нихуя там топор. Подожди, а где его взять-то? Нужен замыкатель. А что, мне замыкатель? А я могу его создать, замыкатель, кстати? Почему бы нет? Подожди-ка. Препараты, антисептика, оружие, инструменты. Нету, не могу. Бля. А где я его могу найти-то? В шкафу, конечно, она сказала, правильно? В шкафу. О, электрическая дубинка, хорош. Чертеж, в каком шкафу, блядь? Может быть, где-то в этом шкафу? Или в другом шкафу? Может быть, в моем шкафу она имела до у нее дома? Не, да ладно, похер. Пойдем с патрульным поговорим на вас туда и все. Так, а... Ах, не можно зайти. Подожди, F6. Нельзя это так оставлять. В смысле заклинило? Короче, не смотри на эту хуйню, поняла? Что творится вообще? Что творится? Я прям не понимаю. Все, я пошел. Я пошел на мост. Далеко ли он находится? Странная игра. Очень странная игра. На мост у нас вот тут. Ну, пойдем. Короче. Тихо. Пошел в жопу.
Надо избегать, короче, вот этих вот веселых автоматов. Ой-ой-ой-ой. Полиция, что значит полиция? Сюда можно обратиться или что? Это экстренная будка? Говорит с патрулем на Москву. Я правильно иду-то? Бля, игра, короче, страшная очень сильно. Ну, как, вот, серьезно, как после такого спать теперь? Здрасте. Я веду себя спокойно, отъебись от меня. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Сраный металлический упырь. Ай, что такое? Эта херня меня запалит? Нет, F6. Так, мужиков я нарываться не буду. Ой. Ага. Эй, ты. Что значит? Я тебя как уебу сейчас! Что ты делаешь-то, дурень? Так, я погнал, все, ладно. Ебать тут патрульных, серьезно, надо было вырубать его. Надо было вырубать, но по-другому-то как. О, это все, это хорошо, что сохранился, блядь. А то была беда. Ладно, я погнал. Я сейчас куда-нибудь забегу, какой-нибудь переулок, быстренько спрячусь в урне, и все будет нормас. Так, бля, патруль на мосту уже здесь, серьезно? Так, нужны желтые кусты, срочно. О, они отстали. Не-не-не, тихо-тихо, эти желтые кусты. Желтые кусты, где эти ебаные одуванчики, бляха? Сука, где эти гребаные подсолнухи? Быстрее! Почему в огромной куче травы нет нигде этих желтых цветов? А видите, реально, я не. Это, они не убегут, пока я не спрячусь в кусты, серьезно тебе говорю. Они так и будут бесконечно бегать за мной. Так, пить захотел. Ну нихуя, я столько пробежал, конечно, пить захотел. Давай попьем без проблем. Так, попить, а есть ли что-нибудь? Есть, конечно. Чайку. Чайку навернули. Все? Не, подожди, а почему красным, значит, говорит значок? Это значит, он у меня сейчас обозлен. Бля, я не хочу сохранить игру. Ну просто как бы звука погони за мной больше нет. Возможно, все нормально. То есть можно, по идее, спрятаться, но это, конечно, сложновато. Ой, что такое? Что за любовные утехи? Так, на этого я не буду палиться. Я взял пропуск, все нормально сейчас со мной будет. Здорово. А, простите, меня просили проверить доктора Фарадея. Где Бобби Хиккинботтом? К вашему сведению, исполнительный комитет не пускает в лабораторию всех желающих. Но почему нет? Ведь они могут оказаться друзьями доктора Фе. Вы знаете, что доктор Фе мог сделать с ведром метилена и кучкой металлических деталей? И я не знаю. В этом-то и вся соль. Он в клубе реформаторов. Снова. На что ты намекаешь? Его явно мучает совесть. Ну, по поводу доктора Фе. Вы не знаете о его... склонностях? Бобби Хиккинботтом женится моей сестре. Так что попрошу не бросать тень на его репутацию. Своей извращенной клеветой. Мне приказано спрашивать рекомендации от комитета. По облагораживанию. Они у вас есть? Держите. Ладно. Остерегайтесь тех, кто болтает не по-английски. Они как бешеные псы. Заразят тебя мором. И помалкивай о пристрастиях, понял? Блять, а я хожу до сих пор в костюме извращенца, да? На случай, если подхватишь там мор. Какой в пизду мор? Не то, чтобы я стал рыдать, конечно. Подожди-ка, в смысле, а чё я в костюме извращенца хожу? Это нехорошо немножко. Серьезно, сука, ну хорош. Ой, фу. Так, перейти через мост. Что здесь полезно-то что есть? Блин, я не хочу в костюме извращенца сидеть. Что за бред? Это лифт, наверное, да? Констебля я могу вышатать, да? А чё я не могу констеблей-то вышатывать? Что за бред? F6. Силы вас покинули. Давно ли? А почему? Так, давайте подлечимся. А кто меня бил-то? Целебный бальзам. Ой, что так много целебного бальзама у меня. Красота. Ладненько, я так понимаю, что нам сюда? Нет, нужно открыть дверь, скорее всего. F6 я нажал? Нажал, но не нажимается. Иди-ка сюда. F6. Да серьезно, что ли? Бля, вот здесь хранилось хорошо. Остров Луда. Здесь ведь изолировали всех бродяг, которые подхватили мор, верно? Веселое местечко. Навестить доктора Фарадея. А чё доктор Фарадей мог сделать из этой хуйни? Бомбу какую-нибудь? О, бля, под раздастином. А назад не пройду, да? Охренеть! Ты сука. Ладно, придется... А как избавиться от радостиновой зависимости? Потому что как только у меня настанет вся эта хуйня... Найти люк на острове Луда. Без проблем. Так, я не буду с ними контактировать, и все будет нормально. Я... Он сказал, что это просто кашель. У него растут грибы, да? Он сказал, что у него не царапины. По-моему, эти царапины тебе не кажется? Вы уверены, что безопасно подходить так близко? От одного взгляда не заразишься. В воздухе могли быть споры.
Смотрите, чтобы вас не укусили. Под конец они немного сходят с ума. Спасибо, я буду поосторожнее. Бегите, если не хотите закончить как он. В смысле? Да иди нахуй! Убей, пап! Убей, пап, ко мне приставай! Я ничего не знаю, я ушел отсюда. Но пиленг лео леуляуля. Только не говори мне, что он бежит за мной, пожалуйста, он не должен за мной бежать. Ебать, цветы. Все, ничего не знаю. А почему мне так плохо относится? Потому что я не бродяга одетый. Точно. Нужно запинать их одевать как бродягу. Смотри-ка, раз. Ха-ха, еще. И все довольны, потому что я такой же, как они. Все, я пошел. Спасибо. Так, а мне не нужно навороваться на... Это зомби? Это как стрекотали, стрекатели, стрекотуны. Как в этом, в один из нас, да? А, в последнем из нас. Так, а что это значит? Это значит, она заражена? F6. Фу, сука, F6. Я буду говорить F5 и нажимать F6, чтобы не путаться. Если я сейчас под наркотиком, счастье ли это? Бывает ли ложное счастье? Я хочу сказать. Ой, кстати, цветы волшебные, которые по ночам только цветут. Короче, он разговаривает о каких-то странных вещах философских. Если тебе интересно, то почитай. Я имею в виду субтитры. Да что в смысле? Да иди ты нахуй! Бля, она сейчас укусит меня, пизда руля! А я могу ее задушить? Да как ее? Что? Почему нельзя ни констебли, ни этих бледей-то вырубать? Что за бред? Отстань от меня! Ну, сука! Где ты? Конечно, обязательно чуть не укусила, дурень. Короче, всех блевотных нужно обходить стороной. Ну нахер с такими связываться? Так, почему ты там? Что ты там? Что не так? Все нормально? А, это не констебли, это охранники местные бомжи. Окей, его можно вырубить, в принципе. Просто я не знаю, но нужно. Не знаю зачем, но нужно. Все, до свидоса. Короче, нужно качать не скрытность, нужно качать драчунивость. Потому что драчунить здесь гораздо веселее. Все, окей, я пошел дальше. F6. Я надеюсь, мне эта херня не будет сейчас топорить. Как там карта-то? Ой, я почти рядом. У меня сколько очков навыков-то? 6! Нихуя, красиво. Так, 6. Бить людей сильнее. Значит, на 15% больше урона в ближнем бою. С помощью колющего режешь все оружие, кровотечение повышается шанс. 25% шанс вырубить врага, поставив идеальный блок оружия. Нихуя. Взяв в руки определенный вид оружия, зажмите для более мощной атаки. Неплохо. Это еще больше у меня дает здоровье мне. Стоит 5. Так, а это что такое? О, люди будут играть в ваши зажечь привычки. Да пока не будут прокачивать, потому что если мне эта хуйня, я бы не смог залезть туда внутрь. Пока не будут херню заниматься. Снижена заметность ночью, допустим. Время обнаружения больше на 2. Точнее, в 2 раза больше. Хорошо. Довольно быстро бегает. Отличается сдержанность. А, это мои эти. Окей. Бля, вот это первым делом нужно прокачать, короче говоря. Это типа лечение в 2 раза эффективнее. Очень полезная штука. 25, плюс 25 фунтов грузоподъемности. Вот это тоже нужно. Позволяет душить высоких врагов. Вот оно что. Все, вот это тоже нужно прокачать. Вот эту хуйню. Только очень долго на него. Ладно. Смотри-ка, у меня был один навык. Смотри, один навык. Почему он злится? Что случилось? А, в смысле? Что не так? Что? В смысле, мне нельзя ходить ночью? Почему это? Кто-то жутко орет. Давай проверим. У меня одно очко осталось. Одно? Одно. Я сейчас вот этого задушу, посмотрю, сколько будет. Так. А, блядь! Ну хорошо, ладно. Так уебу сейчас. Ебать, дубинка хороша! Дубинка прям красиво. Ой-ой-ой, все, идут, спокойно. Так, нужно где-то обойти, спокойно. Карту быстро, карту. Бляха, можно обойти здесь. А можно обойти там. Не-не-не, лучше там. Потому что они сейчас с этой стороны все будут паниковать. Тю-тю-тю-тю! Тихо. А я за преградой, тихо. Отвернись, пожалуйста, отсюда. Отлично. Бля, еще один перес. Но они на самом деле слабые. Их ебонить можно дубинкой только так. До свидания. Спасибо, отлично. Ой-ой-ой. Чувак, никого. Как ты меня не заметил? Что за прикол? Ну я же их просто усыпляю, их не убиваю. Чё я, садист, что ли, какой? Сколько очков-то у меня теперь? Одно! Сука, неинтересно так. Это будка с радостином здесь? Зачем? Приемник монет. Тут, наверное, до хера монет-то.
13. Ну, неплохо, ладно. Неплохо. Так, идем. Странно, никто ни капельки не изменился. Может, просто побочный эффект еще не прошел. Так, вот смотри-ка, они здесь, короче говоря, на меня злятся. Я не знаю почему. Нельзя, походу, здесь ночью тоже ходить. Ну, что за хуйня? Их, короче, выгнали отсюда. Типа, они живут здесь как бомжи. И еще, блядь, комендантский час должны соблюдать. Ебанули, что ли, совсем? Кто придумал эти правила? Какого хера вообще? Я сейчас всех поурубаю, серьезно тебе говорю, они раздражают, мне не нравятся. Лесли Сильверстон. Ложись, Лесли Сильверстон. Одно очко до сих пор, что за бред-то? Ой, кто-то разозлился сейчас. Свинцовая труба. Бляха, мне дают сильное оружие, я сейчас наберу... А сколько у меня веса-то? Сейчас наберу сильного оружия, и будет весело. Так, оружие, я могу выкинуть зонт, по идее. А могу скрафтить себе... А что делать с электрической дубинкой? Дубинка патрульного 0.18. Почему 0.18? Это как так? Тут даже написано, что где можно найти. Вот это нихуя себе. Это очень удобно. Так, ладно, я что-то прям кучу всего набрал здесь. Набрал. Это что такое четверочка-то? Флэш? Что такое флэш? Укол фенацилина? А что это за хуйня? Подожди-ка. Это какие-то мои лекарства, что ли? Укол фенацилина? Где это? Снимает симптомы мора. А, это мне дали. Ненадолго, значительно повышает скорость бега. Все понятно. Какая-то наркота жесткая. Жесткая, но меня устраивает. Ладно, так и быть. Они меня реально не видят, да? Дебилы. Но я их не буду тогда убивать. Хотя, почему нет-то? В какую сторону идет? Только не разворачивайся, блять, развернулся. Прям как знал. Так, чувак нашел друга своего. Это нехорошо. Это нехорошо, но меня это не сильно волнует. Сейчас он еще второго найдет друга. Все друзья легли рядом. Он тоже с ними скажет. Наверное, пароль здесь спят. Лягут, я тоже рядом, да и все. Все нормально. Главное, мором не заразиться. Хотя в любом случае у меня есть противоядие от этого дела. Они из кожи вон лезли, чтобы изолировать доктора Фарадея. Должно быть, он очень опасен. Ну, скорее всего. Заклинило, суку! Роджер! Ты что сотворил с затвором, подлец? Слишком сильно затянул, да? Господи, что ж за хрень-то? Откуда на меня свалился этот тупой идиот, который в технике не в зуб ногой? Я же сказал тебе, не лезь к трубам, сволочь! Интеллигенция сраная, блядь, все из-за них! Какой веселый доктор, мне нравится. Хороший. Так, необходим экстрактор. Экстрактор чего? Какой, блядь, в натуре веселый доктор. Я пошел. А что у меня, блядь, со здоровьем-то творится? Меня же никто не бьет. Или меня кто-то бьет? Что-то я не понимаю, блядь. Что у меня со здоровьем, серьезно? Так, один, надо убрать аптечку нахуй отсюда. Тошнотворный чай, бинт, вот, злебный бальзам. F6. Здравствуйте, доктор Фарадей, правильно? Ты что за раз здесь делаешь? Оставь нас в покое! Почему ты не оставишь нас в покое? А ты кто? Ты чего выебываешь? Она убьет нас, мать твою, если мы и дальше будем лежать! Лошадь! Не волнуйся, Роджер, я все починю. Очевидно, потому что только я этим я и занимаюсь. Что за, блядь, меня выскакивает? Я в жопе. Мы оба в жопе. Профессор нас убьет. Она прикажет нас выгнать. Она женщина, Фарадей-то. Я вечно все порчу. А Роджер еще хуже. Он все ломает. Профессор нас обоих выгонит. Сможешь достать нам новый затвор? Я дам тебе использовать лабораторию профессора. Это великолепно. Доктор Фарадей женщина? Я и не предполагал, что она окажется женщиной. Ну, у нее есть... И у нее есть прислуга? Найдите вентиль для Джеймса. Ой, как хорошо. Как хорошо я вовремя сюда зашел. В смысле? Ебать, а что натворили-то? А где мне его найти-то? О. Трубный за... Блять, ты ебанутый. Зачем мне такие помощники? Его просто... на расстоянии вытянутой руки не видит ебаного вентиля. Ты дебил? Скажи мне, пожалуйста. На. Надеюсь, вам такое нравится. Великолепно! Это отлично! Спасибо! Ты спас нас. Проходи. Лаборатория охуенна. Роджер тебя обнимет. Может, профессор тебе поможет? Окей, ну я практически без субтитров все перевел, я молодец. Я англичанин. В смысле? Ну-ка, открой! А как пройти-то? Открой дверь, ты уебок! А, все, очки. Ну, Роджер, где мой сэндвич? Роджер!
Роджер, я попросила принести... Это что, в смысле? Это на меня, что ли, сагрился? Это на меня, что ли? Я ебу. Кури в школе, пожалуй, мог бы... Что? А, не кури я в школе. Блядь, опять что-то перегнул. Ту, 6 очков, хорошо. Так, 6 очков, что я хотел прокачать-то? С техникой на ты не это. Гора с плеч. О, сразу, смотри, как актуально. В смысле, 8. Ладно. Так, подожди, а что мне можно выкинуть? Мне что-то слишком много веса всякого. Ну, во-первых, я могу выкинуть оружие. Это раз, это то, которое зонт. Давай, где я это все взял? Что за херня? Г нахуй. Г нахуй. Полицейские дубинки. Нахуй не нужны. Они все сломаны, зачем они нужны? О, другое дело. Где, блядь, понабрал? А сюда не могу пройти реально, да? Могу. Я все могу, у меня есть отмычка в конце концов. Еще объявляться отмычкой что-то не мог. Издеваешься на мной? Ни в коем случае. Раз. F6. Поехали. Так, доктор Фарадей где-то наверху. Охереть, она женщина в натуре. Я... Доктор Фарадей, доктор, это же доктор. Так, письмо об отчетом. Птичка в руке. Со слов Беатрис Риф, член комитета с правом голоса, исполнительный комитет. Умная птичка отказалась от лакомства, которое мы ей предложили. Боюсь, что она собирается улететь. Вы знаете, что случится, если вороны покинут Тауэр? В оговоренном месте нашу птичку уже дожидается славная золотая клетка, где она может клеваться сколько душе угодно. Не могли бы вы проводить ее к новому месту обитания? Разумеется, нам понадобится один или два смотрителя, чтобы вовремя наполнять кормушку и менять газеты. Я знаю пару убежденных холостяков, которые идеально подойдут для работы. Они не посмеют болтать и к тому же слишком глупы, чтобы смотреть и открыть клетку. О, это по поводу этой, это по поводу... Кого здесь заперли? Зачем? Что? В смысле? Иди нахуй! Да кто ты? Да что такое-то? Твою мать, уже заперли, серьезно? Ай, газ! Блять, ну что происходит-то? Роджер любит Джеймса, окей. Какое злое негостеприимное место совершенно, здравствуйте. Латынь. Я все пропускаю, я не специально. Я собираю, когда вижу. Почему мы не говорим на латыни? Может, потому что сейчас 1446, а римляне ушли из Британии в 1450? Я тебя не слышу. Зачем тебе говорить на латыни? Ты всегда знаешь, что значит каждое слово, когда его произносишь. Impedimenta багаж, impedimentorum багажа, impedimentis багажу. А зачем нахуй? Зачем знать, ладно, вот сейчас, как бы, ну, знать, ладно, знать кому-то, кто там, кому она нужна по работе, это ладно. Ну, а нахуя просто знать латыни выебываться? Oh, смысла в этом нет. Зачем ты вообще учишь латынь? У тебя с английским-то беда. Я вижу ее в голове. Чтобы составлять слова, достаточно просто добавлять к ним окончание. Как-то многовато усилий. Но когда учишь немецкий... Я не хочу учить немецкий. Нужно просто прикреплять словам правильное окончание. Я не хочу учить немецкий. Это очень хороший язык. В нем очень строгие правила. Кто бы мог подумать? Он весьма не уверен в себе, либо заикается. Я просто не понимаю, что конкретно с ним. Так, стол, ничего нет, окей. Но переозвучивать, точнее, читать его субтитры весьма тяжеловато. Да кто? Да отъебись! Какой радостин? Чего пристали ко мне? Все, не выебывайся. Свинцовая труба. Замыкатель! Тихо. А как? А можно не брать все? Ладно, возьму. Так проще потом выкинуть просто будет. Что это? А еще? Поговорить, а где она? А, вот. Алло! О, привет. Ты не Джеймс и не Роджер. Тебя исполнительный комитет прислал? Не-не, я... Там ребят пытаются починить мост на остров Святого Георгия. Какое совпадение. Я тоже не могу открыть свою дверь. Это что вы имеете в виду? Вас заперли? Что вы натворили? Я сказал исполнительному комитету, что не буду больше делать ни шокохлыстов, ни ворот. Ни умных замков, ни сыщиков, ни родоходов. Это все, знаешь ли, были мои идеи. Они такое могут? Не, я на них не работаю. А, значит, ты довольно умен, раз пробрался сюда. Ты не мог бы меня выпустить?
Как? Ты случайно не видишь на той стороне большую красную кнопку с надписью «Открыть клетку»? Тут есть кнопка, но никакой надписи на ней нет. Этого я и боялась. Они не доверяют парням. Не могу их за это осуждать. Я сама бы и зажигалку им не доверила. Ну ладно. Может, ты все-таки сумеешь мне помочь? Я вообще-то надеялся, что вы расскажете мне, как починить мозг острова Святого Георгия. Я это могу, но сначала мне бы отсюда выбраться. Поэтому сначала мне кое-что нужно от тебя. Годится? Конечно. Великолепно. Мне нужно ведро метилена. Согласно системе регулирования давления, здесь в трубах есть воздух. Это обычно означает утечку. Вот, возьми этот пылесос. Можешь потом оставить его себе. Я здесь задержаться не уверена, не намерена. Опять про ведро метилена. Она что-то хочет ёбнуть здесь, по ходу дела. А что-то закрылось-то? Где ведро? А, вот. Так, коллектор метилена подобрать. Поставить ведро метилена, нужно ведро метилена. А где его возьму? А как? О, в смысле? А что такое метилен? Что так? Подожди, где что такое метилен? Ведро метилена. Так, ну, ведро метилена. А что это такое-то? Где вообще эта хуйня? Как ей пользоваться? Что значит ведро метилена? Что додумались, блин? Так, предмет... А где? А, вот он, пылесос. Собирает пролитый метилен. Да ладно! Это в город идти, зеленые лужи собирать! Вы ебанулись, что ли? А вы отстань от меня, робот! Отстань! Не хочу, никому я ничего не должен, понял? Отстань от меня нахер. Лапа, это мое все, да? Так, метилен, бляха, вот это поворот. F5-ка. Которая в шестерка, но никому не скажем. Блин, а здесь на лужах нет нигде метилена, серьезно? Она безрассудный гений, совсем охеренный. Короче, как было на сложной строчке, не надо, когда все изменилось. Так, спокойно. Чувак, извини, но мне будешь просто мешаться. Это вон там, да? 130 метров. Имеется в виду клетка Фарадея, в смысле, там она откроется, что ли? Чуть-чуть не вкуриваю. Ладно, погнал я. Игрит, метилен высасывай. Ну я так понял, метилен — это зеленые лужи. Про них писали где-то в подсказках на экране загрузки. Типа метилен, хуй или лен. Или это не оно. Или оно. Так, Фарадей большая молодец, что открыл метилен. Раз уж бензина у нас больше нет. Так, тут что-то есть. Или может она имеет в виду, что метилен-то дома у нее набрать? Починить сломанную трубу. Когда-то мы были довольно умны. В какой момент все полетело в тартарары? Так, допустим. Швейный набор. Пригодится. Я же швея. Швея, блядь, от бога просто. Так, плита. Уголь, похлебка пожрать. Гнилое яблоко, не спасибо. Чё-то я гниль-то буду подбирать, я уже давно отвык от нее. Не ем давно уже, гниль-то я. Не ем и все. Так, без фонаря работаем. Что, где? Ванна. Где оно? А, наверху. Блин, как неудобно сделано. Видно, но иногда теряешься прям. Так, о, метилен. Так, а как им пользоваться-то? Его в руки надо взять? Нет. А, я просто думал, на него наступать нельзя. Да ну не! А, все нормально, что ли? Он наполнил или что-то сломался? Почему запикало что-то? Так, я не понимаю, достать ведро метилена. Что не так-то с тобой? Я сейчас отпустил кнопку, чтобы, типа, может, не до конца надо просто. Так он не наполняется! Чё не так-то? Так, я или что-то не понимаю, или что-то достать ведро метилена. Сюда. Я удерживаю кнопку. Удерживаю, держу. Он садится, что ли, или что? Я не понимаю, что с ним не так-то? Может, он реально садится?
Оно наполнило? Что-то не понимаю, ну-ка. Может быть, его нужно поставить куда-то рядом? Или что? В смысле? Подожди. Или может быть, здесь что-то нужно сначала поставить к тому, к той трубе? Нет? Ну, тогда я не в курсах. Это как-то бредово все выглядит, если честно. Мышка никак не двигает все это время. Да он зависает, блядь! И, короче, я не знаю. Давайте я посплю. Один часик. Может быть... может быть, это мне как-то поможет. И давайте-то на этом закончим, посмотрим, что там будем делать в следующей серии, потому что я не понимаю, что с этим этиленом не так, он не хочет собираться. Возможно, нужна была какая-то подзарядка или что-то вроде того. Ссылка в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, если вы смотрите в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.